Продолжаем немецкую серию. Валентинс Вайсбиф. Пшеничный, как известно, с 1516-1920. Ну, как видно, достаточно мутно нефильтрованный цвет. Такой, собственно, вот сразу достаточно пахучее. Вот. Так что не очень газированный, зато очень пшеничный. Думаю, в больших количествах можно выпить и праздник проснется не сразу, но впоследствии. Слушаем. Вот, собственно, ну, также еще про оформление банки. Собственно, золотистая, с пшеницей. Не с марихуаной, конечно. И припутал. Здесь опять на всех языках. Запасы 2014 года, видимо, наконец-то нашлось ввиду кризиса. Слушаем. Refused New Noise. Один из самых главных треков прогрессивного хардкора. Вот, ребята сделали альбом Open Mind панка поздного времени. Вот. Взяли название, похожим на название альбома Орната Колмана The Shape of Just a Com, назвали The Shape of Punk to Com, И, собственно, не вернули здесь влияний металлических, электронных. IDM здесь просыпается временами таких джазов, неоклассических. Вот, собственно, этот главный трек, которым они такой главный хит, собственно, манифест, я бы сказал, которым они говорят, что мы там потеряли голос, соответственно, танцуем под не те танцы, поем не все песни, соответственно, нам нужен новый шум, новое искусство для настоящих людей. В 98 году. И после этого, соответственно, пошел вал, видимо, нового хардкора. Много появилось тех влияний, которые сейчас уже навязли в зубах. Но эта группа чем? Блистательной стильностью, даже по визуальной составляющей, если вы смотрели концерты. Вокалист пластичен, как Майкл Джексон, соответственно. Все остальные тоже достаточно стильные. Барабанщик, видите, вваливает не жалея сил. Гитаристы. Все это такой такая эмо-энергетика без эмо-соплей. Это группа антикапиталистическая. Политический компонент здесь очень силен. Ну и также хорошенько так в DIY-эстетику и прочие материи. Этот трек хорош тем, что он непростой. Скажем, хит, он очень умно сделан. Здесь есть взрывы, замедление, медленная эволюция, кульминация. И все это сделано очень стильно. Не надоедает даже после сотого прослушивания.